Всем привет, всем здравствуйте. У нас сегодня закупочка. Были сегодня в Лидле и купили шампиньоны маленькие, вот такие. Затем лаваш. Печенье. Сегодня в Лидле у нас испанская неделя. И они привозят продукты с Испании, из Испании, либо с Италии. И вот это вот, эта вот пачка печенья как раз-таки вот оттуда. Да, так, такие вот печенья. Вчера делала отбивные. Заметила, что кончились мои самые любимые сухарики. То сегодня вот взяли две пачки. Мои самые любимые — это вот такие. Кстати, ролик уже на канале. Отбивные. Заходите, смотрите. Ставьте лайки. Вам не жалко, а мне приятно. Дальше такие вот печенья с сгущенкой. Потом две булочки с изюмом. Такие вот помидорки. Такие вот сладости от Kinder. Это тоже какие-то вот штучки вот с этой вот испанской недели. Какие-то орехи в кляре. Так. Еще печенье со сгущенкой. Это вот получается такие вот новые. А это обычное. Так. Сыр моцарелла. Очень вкусный сыр. Именно вот этой фирмы мне очень нравится. Мука. Делала, снимала ролик, как я пеку медовик. И у меня в процессе готовки закончилась мука. Пришлось ехать в магазин докупать. Но купила не такую, как мне надо было. То сегодня вот наконец-таки попалась моя любимая мука. Вот это вот мне очень нравится. То вот взяла. Два банана. Бананы сегодня в магазине привезли переспелые. Мне вот получилось урвать последний полуживой банан. Буду делать сегодня коктейль. Крабовая палочка. Сосиски, сардельки. Вот такие вкусные. Фарш свиной. Картошка. Яйца среднего размера, M-size. Йогурты. Вот такая вот упаковка таких вот йогуртов. Лимонад, обычная газировка. Ой! Перчик красненький один, вот такой вот. Один синенький. У меня уже есть на канале один рецепт с таким вот синеньким. Приготовлю еще один рецептик. Заходите, смотрите. Так, сейчас. Салатная капуста. Пекинская, по-моему, так называется. Затем вот купили бекон свиной. Дальше рыбка в соусе. Соус sweet spicy chili. Затем молоко. И что еще? И соки. Вот купили такой и еще яблочный. Вот такой вот яблочный. И все. На этом маленькая закупочка закончилась. Сегодня она была вот такой. И за все это мы заплатили, отдали 63 фунта 93 копейки. Так что как-то так. Спасибо, что в этом ролике были со мной, что посмотрели его, поставили лайк, подписались на меня, кто еще не подписан. Я вам желаю потрясающего настроения, хорошего дня. Увидимся с вами совсем скоро, уже завтра. Всем пока. Пу!